Всем привет! Сегодня я покажу вам рецепт очень классного, сытного, вкусного салата «Обжорка». Для салата «Обжорка» нам понадобится репчатый лук, морковь, чеснок, 2 куриных яйца, тертый сыр, 200 грамм куриного филе, шампиньоны, грецкие орехи, майонез, зелень, растительное масло и соль с перцем по вкусу. Сначала мы варим куриное филе, нарезаем его. Затем трем морковь и лук, обжариваем морковь, лук и грибы. Затем варим яйца, трем их на терке. Добавляем чеснок и майонез. В тертый сыр также добавляем чеснок и майонез. И укладываем слоями майонез, курица, соус из яиц с майонезом и чесноком, затем грибы, лук и морковь. И затем второй соус из тертого сыра с майонезом и чесноком. Сверху посыпаем дробленым грецким орехом. И зеленью. Приятного аппетита!